через Иртыш началось строительство пешеходных мостков из-за потепления. Лед там значительно подтаял. Переправой Тобольск-Бекерево пользуются в основном жителями районов Левобережья. По деревянному мосту длиной более километра люди будут ходить до ледохода. Еще один вопрос в повестке дня – противопаводковые мероприятия. Накануне их утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как можно больше вывести снега с территории города Тобольска. Проводится работа по ревизии задвижек водопропускных труб. Сами трубы очищаются. Проводится ревизия нашей насосной станции большой, которая качает воду из реки Курдюмка в Иртыш.